give you those as well. You can use them. Thank you. Right there. Thank you very much. The coin is for you. It's all gravel money. Old money. Old money, yes. Mm-hmm. Can you give one more? It's from. And with this flyer, you can have Estonian, old money. Yes. Estonski? На русском языке? Medieval. No. Okay. То есть это эстонские раньше такие деньги были. А спроси, когда они на Евросоюз, на евро перешли вот сейчас? When did you change the money like to euro? When was it? Not 2010 maybe? 2010? Or 9? I don't remember. Говорит, не помните. Не помню. Говорит, может быть, 2010-е, не помню. Не-не-не. Вот в прошлом году, позапрошлом году у них были другие деньги. Кроны, кажется, because были. We were here like 2011, and I think it was still crowns. No? Maybe. I don't remember, I'm so used to them. Okay, no problem. Okay. Thank you very much. You're welcome. Не помнит. Не помнит, да. Ну, видишь, они даже не помнят, когда они на другие деньги перешли. Это, видать, такой долгий процесс был. Так, в общем, вот такие закидушки нам дают. Мы сейчас ждем человека, с кем должны встретиться. Стоим здесь. Будем вот в этом ресторане, скорее всего, или здесь где-нибудь приметили. Если у нас встреча должна одним словом проходить. Так, что нам дали? В общем... Хочешь познать больше? Поспрашай. Да, поспрашай. Хочешь познать... А ну, держи-ка бутылку эту. Вот здесь у нас есть на русском языке надпись. Сейчас я вам ее зачту. Прилюдно оглашу. Так, где есть, там прибудет. Это монетка, примета любовного друга. Ее обладатель обретет больше, чем он смелит ожидать. Если хочешь познать больше, поспрашай служащего ресторана. Вот так вот. Такие дела, друзья, что пока все. Ждем. Да, смотрите, Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию. Здесь вообще этот Таллин выглядит, как будто вот здесь какое-то кино здесь должны снимать. Какой-то театральный, бутафорское все. По крайней мере, центр такой.